Всем привет, вы на канале Яша. Сегодня я покажу, это не мое, я в гостях. Сегодня я покажу, как выглядит полностью игрушка, но это все поделано по отдельности касса. И кухня тоже. Я вам сегодня покажу, как выглядит касса, как кухня. И все это как выглядит в одной игре. В кухне у нас вот все, что есть. Тут у нас, это, кстати, тоже отдельно продается. Тут у нас приправа есть. Так. Сверху у нас табличка есть. Вот то, что у меня уже покупали. Крушение дальше. Здесь есть вот также ложки, вилки, ножи. Здесь сковородка. Вот здесь типа потом берешь вот так, ложишь. И вот здесь на кнопке внизу. Вот это ты жаришь, а вот это уже подгорает. Короче, когда это уже подгорает. Дальше у нас что есть? Дальше вот здесь можно опуститься. Есть пиццу сюда можно положить. Вот тут есть стаканчики, типа с водой. Тут конфеты надо покупать, пончик. Вот здесь тарелки у нас, вот здесь кран, тут типа моешь, вот это тоже надо покупать. Здесь часы, время, они не настоящие. Вот здесь большая. Приходим к кассе. Здесь можно нажать вот так, нолик пропадет. Можно так. Ну, потом, например, 9 рублей, 56 копеек. И вот так, так далее. На S убирать. Это просто убирать. Вот здесь взвешивает. И здесь деньги. Ну, в принципе, я вам, наверное, все тут пока. Вот. Ну, в принципе, я вам все показал. Могу и показать, как это выглядит. Так, что вы хотите? Здравствуйте. Здравствуйте. Что мне бы пончик. Пончик с чем? С повидлом. С повидлом. Повидло, да? Говорите. Что ж такое-то? Все остальное нам не нужно. Пожалуйста, мы уйдем на паузу. Вот мы все разобрались так. Так. Рубль 65 копеек. Держите. Оле! Спасибо большое. Так. И еще, пожалуйста, яичницу. До свидания. Да, я пошутил. Так, яичницу просто. Да? Яичницу не могу. Ой, подгорает, подгорает. Так, все. Все. Это на тому. Спасибо, я такую не хочу. Да, нормально, я ее сейчас помою. Это вот сюда. Вот вам ваша вилочка. Так, сейчас взвешу. Так.
72 копейки. Держите. Вот. Спасибо огромное. И вот все, вот это вот как получается можно есть по игрушечному. И вот много разного смешать можно, и получится вот такая вот интересная игра. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал. Пока!